Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. Минтранс России опубликовал предложение инвестора о готовности строительства к угольному месторождению «Элегест» железнодорожной дороги Кызыл-Курагино. Целью проекта является обеспечение вызова коксующегося угля с элегестского угольного месторождения в объеме до 15 миллионов тонн в год. Протяженность железнодорожной магистрали составит 410 километров. Строительство планируется выполнить за 4,5 года и завершить в 2022 году. Стоимость дороги обойдется в более 190 миллиардов рублей. Согласно конкурсной документации, в связи с предложением частного партнера, Минтранс России начал прием заявок о готовности участия в конкурсе на строительство инфраструктуры железнодорожной линии. Окончание приема запланировано на 29 января 2018 года. Итоги будут подведены 30 января. Концессионное соглашение будет заключено сроком на 30 лет. Напомним, в начале декабря концессионное соглашение с инвесторами было согласовано на совещании у зампреда правительства России Аркадия Дворковича. Как стало известно на том же совещании в рамках проектной кампании «Кызыл-Курагино», Тувинская энергетическая промышленная компания и «Лидер» могут вложить более 57 миллиардов рублей, а остальные средства будут привлекаться через инфраструктурные облигации на сумму более 130 миллиардов рублей. Также на Петербургском международном экономическом форуме 2017 стало известно, что российские железные дороги войдет в капитал проекта «Кызыл-Курагино» и будет курировать вопросы, связанные с технологией организации перевозок и эксплуатации инфраструктуры новой железнодорожной линии, а также осуществлять перевозку. В Верховном Хурале разработаны очередные проекты изменений в региональном законодательстве. В частности, республиканский закон о системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Тыва будет дополнен новыми положениями. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в представляющие для их жизни опасность противоправные действия станут одними из основных задач. Изменения станут дополнительным механизмом против побуждения подростков к суицидальному поведению. Также на заседании сессии были вынесены два законопроекта, касающиеся изменений в законах республики об ограничениях в сфере розничной продажи и распространения тонизирующих безалкогольных и слабоалкогольных напитков и основах государственной политики в сфере профилактики и лечения алкоголизма, наркомании и токсикомании. Данные изменения вносятся с целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Еще одной темой обсуждения стала организация пассажирских перевозок по муниципальным, межмуниципальным и межрегиональным маршрутам. Водители обяжут по ночам носить светоотражающие жилеты. Теперь по ночам и в условиях ограниченной видимости водителям в случае нахождения на дороге или обочине придется надевать светоотражающие жилеты вне населенных пунктов. Соответствующее постановление правительства подписал Дмитрий Медведев, сообщает издательство «Российская газета». В постановлении говорится, что в случае вынужденной остановки транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине должны быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами светоотражающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа. Правительство выделит 49 миллиардов рублей на программу строительства яслей в России, рассчитанную на 2 года. Ежегодно в виде субсидий будет выделяться по 24,5 миллиарда рублей. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин. Эти средства направят в виде субсидий регионам на ввод новых мест в ясельных группах детских садов для детей до 3 лет. Эта мера призвана улучшить демографическую ситуацию в России в целом и на Дальнем Востоке в частности. К 2025 году численность населения Дальнего Востока планируют увеличить до 7 миллионов человек. Ранее в стране массово строились детские сады, что позволило снизить дефицит мест для детей от 3 до 7 лет. Однако категория детей до 3 лет осталась практически неохваченной. И о курсах валют. Доллар стоит 58 рублей 89 копеек, евро 69 рублей 42 копейки.
Одевайся тепло, выгляди стильно. В магазине «Классика мода» представлена мужская, женская и детская коллекция верхней одежды. Пуховики и куртки различных моделей, горнолыжные костюмы. Каждый найдет здесь что-то свое. Торговый центр 5 звезд, первый этаж. Для суровых зим суровые покупки. Даем стране угля и зимний противоморозный бетон. Участвуй в розыгрыше ценных призов. Подробности розыгрыша узнавайте по телефону 983-190-0006. Твоя жизнь, твой стиль, твоя оригинальность. Тони Моли, твоя натуральность и качество. У тебя есть идея, у нас воплощение. Будь собой вместе с Тони Моли. Официальный магазин всемирно известной корейской косметики теперь в Кызыле. Тони Моли. Сотрудники полиции в ходе рейдовых мероприятий за 3 дня в разных районах Тувы изъяли из незаконного оборота более 1000 литров контрафактной алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости. В частности, за один день в городе Шиганар полицейские изъяли более 500 бутылок водки без федеральных специальных марок. Жители города хранили спиртосодержащую жидкость в своем доме с целью сбыта. Кроме того, 13 декабря на 14-м километре автодороги Агдавурак-Абаза сотрудники ДПС предосмотре транспортного средства обнаружили и изъяли 80 бутылок водки и 7 бутылок коньяка без соответствующих документов. Также в городе Чидан полицейскими из торговой точки было изъято 320 бутылок водки. В тот же день в ходе мероприятий в рамках операции нелегальной перевозки сотрудниками ДПС для проверки был остановлен грузовой автомобиль под управлением 54-летнего жителя Байтагинского района. В ходе досмотра транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли 454 бутылки водки без акцизных марок и 6 пластиковых канистр со спиртосодержащей жидкостью объемом 10 литров каждая. В данном случае усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей «Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии». Вся алкогольная продукция и спиртосодержащая жидкость изъята и направлена на экспертизу. По указанным фактам ведутся проверки, по результатам которых будут приняты соответствующие процессуальные решения. На территории России в текущем году проходит эксперимент по маркировке лекарственных средств. Его результатом должен стать выход на более качественный уровень в борьбе с контрафактными и фальсифицированными лекарствами. Суть эксперимента состоит в том, что маркировка лекарств будет осуществляться при помощи двухмерного штрих-кода. Отличие от маркировки обычным штрих-кодом состоит в том, что двухмерный штрих-код содержит данные о стране производства, о компании и конкретную серию. Также на упаковке будет присутствовать уникальный код каждой отдельной пачки, созданный генератором случайных чисел. Маркировать лекарства должны сами производители препаратов. В течение первого квартала следующего года двухмерным штрих-кодом предполагается обеспечить препараты, закупаемые в программе «7 нозологий» и лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших. Во втором квартале маркировки по плану подлежат препараты стоимостью более 500 рублей, а в третьем – стоимостью более 1000 рублей. Все остальные лекарства, обращаемые на рынке, должны получить контрольные знаки в четвертом квартале 2018 года. Отмечается, что с 1 января по 31 декабря 2018 года будет поэтапно введена обязательная маркировка всего объема лекарственных препаратов. Мебельный магазин «Эртенелик» по адресу Калинина, 17 предлагает недорогую и качественную мебель на кухню. Многообразие современных материалов и форм позволяют подобрать кухню под любой стиль дома. Кухня – это место, где семья проводит значительное количество времени. Здесь готовят еду, общаются с гостями и просто проводят время за разными делами. Мебельный магазин «Эртенелик» предлагает только лучшие изделия, которые полностью отвечают всем мировым стандартам. Кроме того, вся мебель изготавливается из современных и экологически чистых материалов, благодаря чему она не только практична, но и абсолютно безопасна. Создать комфортные условия для приготовления пищи и передать особую атмосферу домашнего уюта помогут готовые кухонные гарнитуры. Мих...
меховые выставки основательно подготовились к Новому году. Новое поступление шуб отличается широким разнообразием меха. Среди тысячи моделей можно найти не только норку и лису, но и более редкие модели из мутона, астрагана и нутрии. Конечно, удлиненные стильные модели с капюшоном интересуют посетителей больше остальных. Поэтому, если вы задумались о покупке, лучше ее совершить в первые дни выставки. Укороченные модели «Автоледи» – практичная городская классика. Аналогичная модель, но с удлиненными рукавами, представлена дизайнерами из лисьего меха. В отличие от норки, он особенно популярен на западе страны. Капюшон – это в первую очередь удобство, которое спасает от холодного ветра и снега. А еще это дополнительные расходы на шкурки, а значит и более высокая цена конечного изделия. Альтернативное решение – покупка шапки, которую также можно приобрести на выставке. Выгодный вариант – оплата наличными. Для таких покупателей предусмотрена скидка 10%. Также для удобства покупателей на все изделия предусмотрена рассрочка до 2 лет. Выставка кировской меховой компании «Белка» работает в городе Кызыле в спорткомплексе имени Ивана Ярыгина с 14 по 24 декабря с 10 до 19 часов. Уютное кафе «Фьюжн» в самом центре города ждет своих посетителей по адресу Тувинских добровольцев, 13. Здесь вы можете вкусно пообедать, провести время с друзьями или просто отдохнуть душой от суеты. Повара долго экспериментировали и доводили до совершенства блюда, которые в итоге вошли в обновленное меню. Это блюда с разных уголков света, разных народов мира. Меню очень разнообразное, разбегаются глаза. Хочется попробовать все и сразу. Кроме того, в меню вы встретите огромный выбор салатов, супов, горячих и холодных закусок и легких нежных десертов, а также всеми любимые пицца, паста, приготовленные по традиционным итальянским рецептам, которые стали еще разнообразнее и еще вкуснее. Выбор напитков в меню также внушительный – витаминные чаи, ароматный кофе и многое другое. Кафе «Фьюжн» позаботился о каждом своем посетителе и постарался учесть вкусовые предпочтения каждого. Это кафе создано для отдыха с комфортом, и поэтому повара стараются передать с едой любовь и трепетное отношение к каждому гостю. Кафе «Фьюжн» приглашает всех совершить гастрономическое путешествие по кухням народов мира. Заказ еды можно осуществить на сайте kyzylkafe.ru или позвонив по телефону 259-60. Новый сезон радиоквестов «Замес майонез». На этой неделе радио «Голос Азии» играет с такси «Апельсин». По условиям игры слушателям предлагается разгадать загадку, в которой зашифровано место, где ведущие радио спрятали приз. Партнер квеста «Такси Апельсин» дарит нашедшему бесплатные поездки в такси в любых направлениях и маленький витаминный бонус – апельсин. Вот такая загадка прозвучала сегодня. Правильного ответа ведущие ждали долго, но в итоге кызылчанин Мадыр Андар успел добраться до подарка первым. Замес майонез! Вот кричит замес майонез! Разыгрывать бесплатные поездки такси «Апельсин» будет в течение 2 недель. В такси «Апельсин» действуют выгодные тарифы. За проезд в 1 километр вы платите всего 14 рублей. Звоните по телефонам 66100 и 66200 или скачайте приложение для смартфона «Таксофон» и получай 5 рублей бонусом за каждую поездку. Такси «Апельсин» – быстро, удобно, безопасно. Спонсор выпуска прогноза погоды – отличные наличные. Компания напоминает, что у нас действует акция «Приведи друга». Приводите своих друзей и получайте приятные бонусы. Компания «Отличные наличные». Старый друг надежнее, чем 10 новых. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма. В ближайшие сутки по республике облачность без осадков. На дорогах гололедица. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ночью -24, -26 градусов. Днем -18, -20. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные. Займы до зарплаты.